Привет, и это канал Баксун, и мы снимаем кикбашни. Пройдем 19-й. Давайте загрузим нашу карту. Ну вот, давайте будем оборону строить. Быстренько. Начнем. Так вот. Так что вот мы в тот раз не смогли пройти, а в этот раз попытаемся пройти. Давайте поставим сюда, наверное, замораживающую башню, сюда бомбу. Здесь тоже сделаем замораживающую, сюда бомбу. Здесь лучников, здесь лучников. Здесь лучников и здесь лучников. Как-то так. Здесь поставим. Давайте запустим наших монстриков, чтобы можно было уже башни ставить. Сейчас мало точки у нас накопится. И мы с вами продолжим. Так вот. Все, мы все башни поставили. Ну, тут у нас, видите, не успевают, так мы их поможем взорвать. Вот так, лучников надо улучшить. Улучшаем. У нас тут, видите, 8 волн. Надо их нам, давайте уменьшим тут. А то они на второй скорости быстро бегут. Тихонечко надо всех лучников улучшить. Вот так вот. Ну, все-таки давайте. Потом долго. Давайте еще пустим наших монстров. Он немножечко дадут нам. Давайте лучше нашу пушку хорошую. Лучников улучшим. Ну, пока неплохо. Вот. Здесь. Надо нам и пушки улучшить. Пушку тоже. Главное, наши монстры, чтобы не прошли. Лучше запускаем монстров. Надо замораживающие пушки улучшить. Здесь давайте бомбу поставим. Здесь лазарь поставим. Потому что все он замерзает, замораживает. Часть уже медленнее идет. И в это время лучники их атакуют. Лучников лучше. Так что вот тут бомбу улучшим. Запускаем наших монстриков. Так вот. Здесь наши пушки надо получить. Вот. Пока неплохо идем. Потихоньку улучшаем все. Теперь будем улучшать их. Главное, чтобы наши монстры не прошли. Давайте пушку улучшим.
здесь надо пушку улучшить. О, мишки идут. Мишки, мишки, шалунишки. Давайте тут лучников будем улучшать. О, бегут наши мишки. Улучшим лучника. Здесь тоже надо. Вот они бегут, заразы такие. Големы пошли. Здесь надо улучшить. Ну, пока мы идем справляться. Вот надо еще последнюю, вот восьмая волна пошла. Вот надо и продержаться. Нам надо продержаться и никого не пропустить. Бежит большой напор. И мы вроде справляемся. Да. Все замораживающее помогает нам. Они уже потише идут. И в это время успевают наши пушки их мочить. Набивать. Давайте тут лучше. Вот здесь большой напор. Вот смотрите, идут заразы. Справились. Тут справились. Здесь надо справиться. Вот тут не справились. Вот видите? Здесь у нас не получилось. Так, сейчас исправим немножко. Ну вот у нас еще одна попытка есть. Восьмой напор. Восьмая волна наша. Улучшаем здесь по максимуму наших лучников, чтобы монстры не прошли. Ну вот смотрим. Пока вроде неплохо. Давайте вот здесь пушку лучше. Потому что пушка тоже хорошо урон наносит нашим монстрам. Давайте справимся. О, мишки бегут. Мишки, мишки. Здесь тоже лучника максимального сделаем. Ну вот бегут. Давайте им поможем, взорвем их. Вот големы бегут. Ну вроде пока наши справляются. Вот два давайте. Не получаю. О, взорвали мы их. И опять он прошел. Ну вот, смотрите, у нас еще есть 40 кристальчиков. Давайте попробуем продолжить. Вот, продолжаем. Еще есть попытка у нас продолжить восьмую волну. Давайте пустим наших монстров. Проходим восьмую волну. Улучшаем нашу пушку. Давайте замораживающий тоже улучшим. Здесь вот надо бы лучника улучшить. Ну, как-то так. Идем потихоньку.
Видите, волна идет наших монстров. Пушки вроде неплохо справляются. Давайте наши лучника лучше. Тут как раз идут големы, мишки. Вот. Неплохо вроде смеется. Еще вот замораживающую. Это максимального давайте лучше.